Всем привет! Вы снова на нашем канале. С вами Аня и Матвей. И у нас наконец-то в нашем видео участвует Саша. Привет! И сегодня у нас челлендж называется «Поваренок». Открываем. В этой игре участвуют только двое, и каждому дается по 3 сковородки. Так, Аня, тебе и Матвею. Также здесь есть блюдо, которое нужно будет готовить. И есть колода с карточками, с заданиями. Вам нужно будет доставать карточку и смотреть, что там будет. Сдог, мясо и яичница. Соответственно, вы смотрите на нее, и каждому нужно быстро вот тут вот из этих блюд найти и положить сковородку, так как тут нарисовано. Ну что, вы готовы? Да. Тогда у нас первый раунд. Я показываю карточку. А теперь... Хоп! Погнали. Быстро. Раз. Пицца. Вот сюда вот. Макароны. Ой, макароны здесь. Макароны. Все. Так, ну, все, Аня получилась у нас быстрее. То есть макароны, пицца и хот-дог. Да, дай 5. Аня у нас... Первый раунд выиграла. Всего у нас будет 5 раундов в этой игре. И сейчас мы усложняем правила. В этом раунде нужно будет перевернуть карточку на одной сковородке. Вот так вот. Ой. Ну вот так. Чтобы она перевернулась. Готовы? Я достаю новую карточку. Подождем. Смотрим. Карточка то сложная. И теперь... Там рыба, мне кажется. Погнали. У меня рыба есть. Так, ну вы смотрите, чтобы правильно расставить еще. Пицца. Матвей, давай. И переворачивай, и какую тебе нужно. Еще раз. А где? Еще раз. Макароны, есть. Так, ставь. Все, ура, я выиграла. Я тебя выиграла. Матвей был близок к победе, Матвей был близок. У меня потому что вообще была перевернута пицца и рыба. Так, мне давай проверим, все правильно. Что-то. Перевернуть что-то из этого. У меня все правильно, ура. Ну ладно, Аня выиграла второй раз. Ничего страшного, Матвей, не расстраивайся сейчас. 2-0. Матвей проигрывает. Теперь раунд номер 3. Ой, и мы уже будем подкидывать 2 сковородки. Вот так вот? Ну, не обязательно вместе, но... Я могу сразу 2. Можешь сразу 2, если тебе это будет удобно. Итак, я достаю карточку. Готовы? Да. Быстро, быстро сосредоточились. Так, погнали, Матвей, давай. Есть. Так, у тебя макароны есть. Вон, смотри, вставь их место уже, куда надо. Все, я выиграл. О, Матвей. Мне все, победил. Вот так вот. Схитрил. Нечестно, вообще нечестно. Так, раунд номер 4. Так, мы еще раз усложняем, и теперь нужно будет уже подкидывать 3. У нас Матвею в прошлом раунде повезло, и ему даже не пришлось подкидывать, потому что у него все картинки были, и он просто переставил их местами. 2-1. Так, еще у нас 2-1 получается, правильно? 2-1. Ну что, я, может быть, сейчас выиграю? Так, давайте, я достаю карточку, готовьтесь, готовьтесь внимательно. Так, быстро. Рыба есть, рыба есть, так, так. Так, Матвейка, тебе нужно перевернуть. Так, нет, все, я закончила. У меня нужно было перевернуть только одну рыбу с хот-дога на рыбу и... поменять местами. Молодец, молодец. Получается 3-1. Пятый раунд. Так, и что у нас теперь получается? Все, ну и все переворачиваем, ну как обычно все. И дальше посмотрим, кто выиграет. И с тем, кто выиграет, я буду играть в этом раунде. Итак. Давай. Нет, это бекон уже, яичница, бекон, бекон. Так. Я выиграл. А, нет! Переворачивай, скорее. Я выиграла. Ну, почти. Они были близко. Да, Матвей просто у него вот так вот карточка упала, ему пришлось ее поднимать и класть. И получилось, что я выиграла в этом челлендже. Но в качестве утешения для Матвея я сейчас сыграю с ним еще один раунд. Это у нас сейчас дополнительный раунд. Я Матвею, который проиграл в этом челлендже, мы решили ему дать утешительный раунд, чтобы он сыграл с ведущим нашего челленджа, то есть Сашей. И сейчас я еще раз помешаю лучше карточки, чтобы было какое-нибудь сложное задание. Итак, вот такая вот у них карточка будет. Вот так. Начали. Вот так вот. Ой.
Так вот и. Ну, Матвей, вот. Я! Вместе! Вместе! Это было вместе! Саша вот поставила, вот. И в это же время это было вот так вот. Ну все, здорово. Мы, конечно, с тобой, Матвей, оба победили. Ура! В этом челлендже выиграла я, а у Матвея с Сашей получилась ничья. И если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!